think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной веселый видос по новой игрухе Plant Zombies, третья ПВЗшка. Я сегодня наконец-то открыл силиконовую лабораторию, в которой я буду добивать ресурсик для прокачки, необходимый для прокачки вот моего героя, вот этот он называется Flask. Здесь также мне надо будет ход... Соус, это ну, острый соус, который нужен будет для того, чтобы улучшить обилки. Точнее, этот увеличивает обилки, а вот этот увеличивает у нас, ну, добавляет, скажем так, специфические свойства, то есть усиляет базовые свойства. Если зайти вот сюда, вот, плюс одна цель. Если мы зайдем сюда на улучшение, у нас получается для, ну, не супер скилла, скажем так, есть у нас, набивается обилка, для усиления ее используется вот этот ресурс, и его можно будет теперь получать каждый раз. Но сейчас перед тем, как мы зайдем в лабу, я хочу попробовать, я уже начал дофармить 20 левел, он оказался не такой уж и сложный, но интересный. Очень интересный в плане того, что здесь намного сложнее сейчас убивать юнитов, нежели было до этого. Ну, с каждым левелом оно все усиляется, но на 20-м тут они очень жесткие черепа. Я просто в шоке, как их надо дамажить. И сколько надо дамага на них. Это просто писец. Ну, сейчас будем пробовать. Вот они сейчас, сейчас я вот одного убью. Вот смотрите. А дальше просто жесть. Он резается опять. И это печально. То есть вот я вроде казалось бы убил, но все-таки я его не убил. Это просто пипец. И таким образом можно, если у вас не хватает дамага, его практически весь бой бить. Вот перед этим я как раз только что бегал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух. Хватило дамага. Блин, еще один лимон брать не буду. Вот, и здесь вот баттеркапы реально тащат. Без баттеркапа очень сложно будет, потому что, ну, он просто фактически все время движется вперед, и вы нифига не сделаете. Хорошо, что я начал качать баттеркапа, без баттеркапа, плюс здесь также надо будет шишка. Шишка тоже кайфово бьет, и плюс она бьет сквозными ударами, то есть она бьет сразу же по линии не одного, а нескольких. Так, надо шишек набрать. Короче, дофига всего в игре, реально. По прокачкам, по всему столько всего еще не открыто. Это просто капец. Так, еще одну шишку возьмем. Ну, вот таким вот образом баттеркапом можно набивать себе солнышки и, соответственно, потом уже выходить на следующий левел с нормальной пачкой. Вот опять баттеркап застанил. Стаку сразу дракон будет сейчас. Вот смотрите, сколько времени я набиваю себе ресурсы. Так, драконов нам уже хватает, лимонов хватает. Давайте шишек еще подрубим. Сделаем самое быстрое прохождение. Так, есть, вот отлично. Смотрите, на первом левеле, то есть по сути левел не тяжелый, если у вас нормальные баттеркапы, и вы их качали и оставляли. А, так,
Делаем так. Один лимончик, второй лимончик. Так, это пока сюда уберем. Я сейчас улучшу своих драконов. Так, теперь улучшим. Так. Ну все, стартуем. А посмотрим, что у нас получится в итоге на этом левеле. Вот смотрите, как драконы жестко сносят все нафиг. Драконы реально тема. Так, добавляем шишки. Ну, видите, они даже не успевают подойти. То есть на первом левеле надо правильно расставить баттеркапов, то есть зафиксировать последнего монстра, он там обычно идет усиленный, и, соответственно, вы без проблем будете вот так вот уже дальше просто тупо вырубать нафиг все. Вообще изи. Поехали дальше. Вот мне надо сейчас этот горячий соус, острый соус для того, чтобы апнуть драконов, и они сразу стали летающими. Насколько я понял, то есть это реально будет офигенная тема. Так, без шишек никак, короче. Тут, наверное, лучше даже драконы и шишки просто брать и выставлять баттеркап. Вот, отлично. Вот та же самая ситуация. Я сейчас набиваю себе драконов, набиваю себе шишек побольше. Я ставлю в линию 5 драконов. Этого, в принципе, вы видели, хватает вполне. Так, 3-5 драконов есть. Закидываем баттеркап. Сейчас будем лимоны добивать. То есть таким образом 20-я волна, она вообще ни о чем. Так, один баттеркап добавим. Так, изи. Так, делаем расстановочку. Так. Так. Кормим так обязательно. Ну, я кормлю всегда, потому что оно, во-первых, усиляет, и, во-вторых, они летающими становятся. И, соответственно, потом намного все проще будет, если вдруг пойдут летающие мобы. И все, и начался жесткий опять фарм. Они даже не успевают добегать. Можно даже такую обилку закинуть. Уже извращаемся, лимонами танкуем.
Вот именно вот это зеленое с лаборатории добываться будет для вот этих вот обилок, усилять их будет. То есть следующая у меня обилка на драконе даст плюс 1к урона процентуального. Такс, отлично. Изи просто. Поехали дальше. Легкие, кстати, уровни, я думал, будет посложнее. Самое главное не слиться, получим тогда бонус. Самое главное, говорю, не слиться, блин. И поставил неправильно юнитов. Вообще красава. Придется подрывать. Да, тут будет сейчас нам посложней. Мы не получим столько всего. Так, еще дракон. А может, нормально все будет. Так, закидываем баттеркапа. А раньше, чтобы до дракона не добежали так быстро. Так, нам нужен лимон. Дракон. Да, надо драконов сначала. Лимон потерпит. Драконы самые топовые здесь по дамагу, потому что они линейно бьют очень круто. Такс. Еще один дракон. Ну, то есть, как видите, если у вас нормальные баттеркапы, на этой волне вы с любыми юнитами сможете проходить. Но, конечно, шишки здесь очень круто помогают. Так, еще одного дракона надо. О, усиленная шишка. Ай-яй-яй, запустил далековато. Повтыкал. Блин, не успеем дракона, наверное, получить. Да, не успели. Так, окей. Выставляем. Делаем вот так по центру. Добавим обычного дракона. Закинем сюда еще два лимона. Поехали. Попробуем таким вариантом. Немножко прорвались, но в принципе не беда. Успели. Иногда бывает, не замечаешь. Вот так вот. Изи просто. Так, ну чё, попробуем добить. Потрачу уже. Хотя я их коплю для этого, для паса всегда, но в принципе за арену получу нормально. И иногда бывает, хочется побыстрее пройти левел. Так, окей, пробуем.
Блин, эти мелкие тоже бывают вымораживают. Так, тут нам нужен баттеркап обязательно, потому что потеряем. Не, нормально успели. Вот смотрите, драконы вообще их разваливают. Может, драконы как раз против них? То есть этот левел, не знаю, 20-й мне какой-то вообще язычный. По сравнению даже с тем же 19-м вообще налегке. Так, ставим еще одного дракона. Блин, немножко, конечно, неудобно. Надо было раньше его баттеркапом закрывать. Сможет у нас зафейлить дракона. Так, с первого этап есть. Я надеюсь, он не схавает больше моего дракона. Ну, делаем тот же самый вариант, как и там. На крайний случай у нас есть перестраховки. А падла резнулся. Сучка, дракона слил. Ну, падла. Видите? И так бывает. Я думаю, это для нас не особо существенно. Должны затащить и без одного дракона здесь. Обычных поставим. Так, нам надо еще одного в центр. Ну, летающих здесь нету, поэтому это вообще язычная левела. Так, одного по центру ставим. Тормозим немножко их. Видите, драконы тащат. Так, там надо быть осторожно, потому что сейчас баттеркапа могут у нас шатать. Так оно и случилось. Ну, в принципе, вообще изи просто. Просто изи левел. Отличненько. Бум, 7-й левел уже у нас. Да, на 19-м, кстати, 7-го левела открывается уже. 394 монетки. Отлично. О, конечно, игрушка еще сырая. Нюансов и моментов очень много, но она интересная. Так, I found it. Все, глянем. Глазком, что там у нас на 20-м будет. Новые юниты. Какая-то подружка.
Так, но это не главное. Забираем плюшки. Вот у меня тоже, видите, здесь. Ну, то есть, кто покупает и успевает зафармить все, я сижу на арене и все рекламы смотрю специально. Соответственно, я получаю очень дофигище плюх и возможность получить звезды. Если вы на арене правильно будете проходить арену, у вас будет все время открываться вот эти вот последние итемы. Ну, вы поняли. О, ничего себе нового. О, это грибки эти. Споры. Прикольненькие. Так, ладно. Споры спорами. Поехали, покажу вам свою новую. Вот так вот она. Силиконовая лаборатория. Мы даже сейчас сможем ее улучшить, потому что мы прошли специально 20 левел. И, соответственно, вот делаем апгрейд. И каждый час теперь я буду получать по 10 вот таких вот итемов. То есть, соответственно, у меня сейчас будет за каждый час, там, грубо говоря, за сутки там 240 добавляться. Соответственно, я могу теперь спокойно улучшать свои растения. Что там у меня? Драконы, шишки. Я шишки в основном использую, мне не очень нравятся. Баттеркапы тоже. Что у нас по баттеркапам? Плюс одна, это если усиление, мы не будем на нее тратить. Я все-таки делаю вот здесь улучшение. Вот. И еще разок. Нахрена потратил, блядь. Такс. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Все, пишите комменты, ждите следующих прохождений. Думаю, дальше будет интереснее. Что у нас дальше по плану? Силиконовая лаборатория открыта. Следующее у нас идет непонятно что на 20 левеле. В общем, надо будет пройти. Получим еще одну усилялку, кстати, на этом левеле. Плюс откроем обилку. Fairy Ring Mushroom. Интересно посмотреть. Это что, типа уникальный какой-то? Сейчас глянем. Да, легендарный. Damaged All Zombies. В зоне 3 на 3. Вокруг себя. Нифига себе. Посмотрим, посмотрим, что это такое. В общем, такой вот, ребятушки, видосик. Пишите комменты, вступайте обязательно. Нас уже 15 человек, думаю, будет больше в клуб. Соответственно, сможем вот таким вот образом, ребята, прокачиваться и получать больше плюх. Баттеркапа отдавать пока не буду, потому что хочу сам докачать. Все хотят баттеркапов. Вот так вот. Всем удачи. Всем пока.